Всем привет! Меня зовут Николай Соколов, и 29 мая в 15:00, 17:00 и 19:00 пройдут мои мастер-классы онлайн по разным темам. Первая тема – это сложные аккорды, вторая тема – это техника, и третья тема – это импровизация. В теме аккорды я буду рассматривать самые сложные аккорды. Это типа 7, 9, плюс, минус, 13, диез, бемоль, дроби всякие. И благодаря этому мастер-классу вы полностью будете понимать, как ставить эти аккорды на гитаре. То есть будете понимать, откуда это все беру, откуда эти цифры вообще берутся. Вот. Я буду это рассказывать от самых низов. То есть это будет от самой азы, от самого начала и прям вот верхушка знаний. То есть понятное дело, что мы не успеем, возможно, сделать полностью весь базовый курс, но по крайней мере вы будете знать корни, откуда это все берется, и самостоятельно сможете построить все эти аккорды сложные на гитаре. Вторая тема – это техника. В этом семинаре я буду рассказывать, как правильно заниматься, как строить свои занятия, как играть упражнения и как добиваться цели, поставленный перед собой. То есть, как развить технику себе, как правильно вообще заниматься, какой материал играть. И третья тема – это импровизация. Я буду рассказывать о правильности подбора материала, то есть выстраивание фраз. Буду давать материал, на основе которого вы сможете начать импровизировать. Вообще, что такое импровизация? Это сочинение в процессе исполнения, но все знают, что лучшая импровизация – это заранее подготовленная и выученная. Вот как раз мы будем основной упор делать на то, как подготовить импровизацию, потому что она может у нас быть горизонтальная, вертикальная, тональная, атональная, модулирующая и так далее. То есть вот все вот эти моменты я буду рассказывать простым языком, прям очень простым, и будем двигаться с вами от простого к сложному. Теперь самое главное, как попасть на мастер-класс. Вы заходите на мой сайт nnsokolov.ru, и там нажимаете на кнопку «Записаться на мастер-класс». Чуть-чуть колесико вот так сделаете, у вас будет. Либо же проще можете под описанием к этому видео нажать на ссылку и точно так же это сделать. Там у вас будет оплата. То есть мастер-класс не бесплатный, то есть стоимость одного семинара 100 рублей. Понятное дело, что в наше время 100 рублей это ничего не значит. Это я специально сделал, чтобы отсечь всяких подобных троллей, которые любят лишь бы что-то написать и так далее. Если вам эта тема интересна, заходим, регистрируемся, там все есть. Если вдруг у вас возникнут вопросы с регистрацией или тем, как попасть на мастер-класс, тогда пишем мне на почту nick.sok@mail.ru, это тоже есть у меня на сайте, и задаем вопросы о том, как правильно оплатить или как правильно попасть, или еще какие-то вас интересующие вопросы. До встречи 29 мая, 15, 17 или 19 часов. Пока!